ситуация очень интересная. Фермер залазит на землю, на его землю. Какая-то московская контора. Заехали на частную территорию. То ли воруют, то ли просто копают. Без разрешения, без согласия собственника, фермера. Залезли. Типа Москву представляется, типа московская компания, мы, у нас лицензия есть, никаких документаций разрешительных нету. Человек в шоке, обрабатывал землю свою, пахал, и тут в башню, блин, заехали на экскаваторе и копают трубы. Так, я сейчас вас попрошу убрать экскаватор отсюда. Еще требуют документы с фермера, с меня. И, соответственно, останавливать работы вы не имеете права, если просто вы разговариваете без документов. Если мы идем вот таким вот путем, значит, у вас какой-то, можно сказать, незаконный интерес к этим работам. У нас... Договор оформляем, пожалуйста. Я понял. Объясните, в чем ваш незаконный интерес к этим работам? Какой незаконный интерес? Объясните, в чем ваш незаконный интерес? Незаконного интереса нет никакого. А почему вы тогда на каком основании останавливаете работу при исполнении муниципального... Убытки не возмещены мне. Как за ней пользоваться? А предъявите ваши документы, пожалуйста. А зачем? Кому? Ну, надо. А вы кто? А вы кто? А вы кто? Что? Я к вам в квартиру не зашел. Да? Да. Отлично. Ага. Я понял. Вы не сотрудник полиции, никто же вам документы показывал. Оказывается, тут каким-то боком еще Шемсияров причастен, депутат. Да ты снимай просто так, это, ты бери и снимай, чтобы потом не было этот. Я знаю, ты сделаешь как, урывками. У тебя будет так, на свой. Ты свои комментарии. Каждый будем делать вот свою работу. Иди сюда. Я наш, вот этого человека снимаю, вот весь разговор наш, да, чтобы он был записан. Потому что сейчас на ютубе, я знаю, будет, на. Вот, еще раз. Потому что он захочет, как захочет с ним, чтобы было понимание. Вот... У нас ситуация, я не знаю, вот, видимо, не посчитали нужным в администрации зама главы уведомить об этом, да? Вот. Есть депутатское обращение, есть обращение ко мне. Было не одно совещание проведено. А вы же не поэтому, как и депутат? Нет, я не только поэтому. Я председатель комиссии по бюджету, вопросам собственности, земле и природным ресурсам. Вы вообще не представились. Я вас, да, я вас не знаю, зачем я вам должен представляться? Просто стоит, снимает, блогер. Вы кто? Я не знаю, человек. Зачем вам должен представляться? Я тоже человек. А нормальные люди представляются. Ну, кому представляться? Не считаю, нужно представляться. Ну, не считаешь, нужно. Ну, все. Башнефть не крушите. Служба безопасности в шоке. Служба безопасности Башнефти. Кто копает? С кем у вас договор есть? У нас договор с Orbis Group. Orbis Group, который вчера там работал? Да, да. Которого приостановили? Да. Вот с ними договор. На тот участок. Но с этими у вас никаких договорных отношений? Я даже не знаю, кто это здесь копает. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 машин. 11. Приехали какие-то левые кадры и начинают производить работы на чужой территории. Еще требуют с нас документы. Вот трубы 23-го ролик снимал, как трубы выкапывают. Вот они выкопали трубы. Что говорит ОБЭП? И кто их там хапнул? Остановил работу или я трубы арестовал? Ну, опергруппа приехала, и работу остановили. Ну. Вот эти трубы сколько? Стоимость труб вот этих примерно? Вот здесь. Здесь. 1 километр 1 200 000 где-то. Здесь километра-то нет, наверное, да? 550 метров завезли. А 550 вы увезли, это половина, наверное, да? Да, половина. Ну здесь на пол-ляма, да? Угу. Сейчас мы радиацию померяем с этих труб-то. Уже радиация нормальная. Нормальные трубы. На продажу в самый раз. Тем более по такой цене. 1 километр. Лимон. Смешно. Стоит. Вот столько и желающих на эти трубы-то. Там сейчас машина должна быть. Вроде как, да. Сейчас вот решают вопрос, не могут там каждый на себя тянет. Администрация свое, Краснокамского района. Служба безопасности Башни свое чертам. Короче, решают вопрос насчет этих труб. Ну, фермер так компенсацию не получил, за то, что ему землю поплатили. Вот. Это все его земля, он больше километра перекопали, он заставил закопать все. Сейчас перепахивает за свой счет. Трактор он работает. То есть расходы все привели на фермера. Потому что кто-то тут копает, что-то исследует. Ну, тут все запутано. Схемы такие, что голову сломаешь. Тут и какие-то подрядные организации замешаны с Москвы. Депутаты Краснокамского района, глава Мусин. Все пытаются прибрать эти трубы. Золотая жила. Что получается, за свой счет сейчас все восстанавливаешь, да? Да, конечно, за свой счет. Недорого обходится восстановление? Дорого. Дорого. То есть пришли, испортили. Вот выкопали, испортили. Ага. Сейчас вот после них в порядок приводим поля. А и не компенсировали ничего? Пока никто ничего не компенсировал. Ага. А там вон охрана стоит. Башнефть. Труба охраняет, чтоб не своровали. Вот эти. Фермер не пускает их сейчас на свою землю. Они вон там стоят. Бинокль смотрит. Слишком много желающих на эти трубы. Бизнес прибыльный. Вот так и поддерживает наше сельское хозяйство. Что хотят, то и творят. Никакого контроля, никакой ответственности у монополистов наших местных. Шел, что захотел, то и сделал. И плевать на проблему фермеров.